Всем привет садоводникам и огородникам! Хочу с вами поделиться одним секретом из своего опыта. От Виктории растет пасынок, потом же его пересаживают, а этот куст, как старый, мелкими ягодами дает урожай. Выбрасывают некоторые садоводники, огородники за забор леса. Так может, не стоит выбрасывать, а посадить в лесу Викторию, клубнику. Она и полезна для природы, для зверей, а также и грибникам, собирающим урожай. Но у многих остаются также капуста, как в народе говорят, жизнь будет пусто. Некоторые выбрасывают, но может, не стоит выбрасывать. Если никому не нужна капуста, можно просто посадить за забором сада. Она тоже дает урожай. И даже если зайцы съедят, это не важно. Зато зайцы будут сыты. Но также некоторые выбрасывают кусты, смородину, черноплодку, вишни, сливы, груши, а также яблони. Так может, не стоит выбрасывать деревья, кусты, а посадить за забором. Они же будут создавать урожай, приносить. И кто ходит в лес за ягодами, грибами, они будут собирать именно в лесу, где вы же и посадили. Так может, стоит сделать приятно с полезным, не выбрасывать, не засорять природу, а садить.